когда засветится искристый прозрачный лед, словно хрусталь, покроет землю снег пушистый, и обновится календарь. Звезда зажжется в небе поле, промчится тройка, не догнать. И Дед Мороз, волшебный город, желание будет исполнять. И как всегда случится чудо, зальется светом небосвод, и вновь неведомо откуда придет на землю Новый год. Вот тебе еще один подарочек. Сейчас наколдуем. Вот-вот насыпем. И раз. Вот. Забирай, забирай, внучка. Сейчас еще раз попробуем. И оп. А? Кто это у нас тут? А, это Дарина. Добро пожаловать в мой скромный, но очень волшебный дом. Скажу тебе по секрету, я очень редко позволяю кому-то заглядывать ко мне. Только самым храбрым и добрым детям. Ой, давай-ка я тебя познакомлю со своей внучкой. Конечно же ты знаешь, кто она, не правда ли? Правильно, Снегурочка. Она мне помогает прочесть все письма и собрать все-все-все подарки, чтобы ни один ребенок не остался без волшебства в этот замечательный праздник. Я много слышал о тебе и очень, очень рад, что ты зашла ко мне в гости. Я хотел бы тебе показать одну волшебную комнату в моем доме. Ты готова? Ну тогда скорее, пойдем со мной. Вот эта волшебная дверь ведет во все сказочные комнаты моего дома. Приготовься, потому что мы сейчас зайдем, и ты все увидишь. В этой комнате собираются письма и пожелания от всех детей. Видишь, как их много? Здесь хранятся письма ото всех детей на планете. Кстати, мне Снегурочка по секрету нашептала, что у нас для тебя приготовлен подарочек. Но прежде чем его получить, мы должны пройти маленькую проверочку. Посмотрим, как ты себя вела весь прошлый год. И если все будет хорошо, то в мастерской сразу же начнут собирать для тебя подарок. Ну что? Пойдем, посмотрим. В моей библиотеке собраны волшебные книги обо всех детях на планете. И книжка про тебя хранится здесь. Сейчас Снегурочка принесет ее мне, и мы в нее заглянем. О, а вот и она. Спасибо, внученька. Интересно, правда? Так-так, посмотрим. Что у нас тут, а? Ты погляди-ка, внучка. Ах, как ты весело смеешься! И всех вокруг своим весельем заражаешь. Здорово. Ага. Какой славный! Ему очень повезло быть твоим другом. Это ты к Новому году так нарядилась? Порадовала меня. Спасибо. Знаю я, что ты увлекаешься самыми разными занятиями. И все-то у тебя получается. И все-то ты делаешь хорошо и с удовольствием. И других можешь научить. Это для меня настоящая радость. Молодец. Узнавать новое
это самое интересное в жизни. Ты же помнишь, что у нас необычная книга? И сейчас она нам покажет, как ты себя вела в этом году. Была ли ты послушной? Помогала ли родителям или нет? Может, кого-то обидела? Никого не обижала? Ну, сейчас мы узнаем. Если книга покажет зеленый цвет, значит, все хорошо. Ну, а если красный, это плохо. Дарина, я вижу, что ты очень хорошо себя вела в этом году. Книга никогда не ошибается. Ее не обманешь. Твои близкие гордятся тобой. И не забывай в новом году помогать друзьям и родителям. А теперь самое время посмотреть, что же происходит в подарочной мастерской. Если нам повезет, мы увидим и твой подарочек. Пойдем скорей. Смотри внимательно. Здесь среди этих подарков, возможно, есть и твой. Смотри, один из подарков уже почти готов. Давай-ка посмотрим, что там. О, да это же подарок для тебя! Сейчас моя волшебная машина его упакует, и в новогоднюю ночь я положу его тебе под елочку. Дариночка! Тебе все понравилось? Скоро праздник, и нам пора прощаться. Надо успеть поздравить всех детишек с Новым годом, внученька, с новым счастьем. Я уверен, что в новом году ты удивишь и меня, и своих близких добротой, хорошими поступками. Желаю тебе быть послушной и умной. Договорились? И помни, я все вижу и слышу. Желаю тебе весело встретить этот праздник. И до новых волшебных встреч!